17-я открытая научно-практическая конференция «С наукой в жизнь» – это отличная учебная площадка для молодых исследователей, которые хотят поделиться своими наработками, а также услышать компетентные отзывы о проделанной работе. Традиционно форум собирает в Бресте увлеченную молодежь, которой интересны передовые разработки, которые не безразличны к тому, что ее окружает. С удовольствием этот процесс сопровождают и опытные наставники. Для взрослых участие в таких мероприятиях – это возможность расширить свои горизонты и посмотреть, что еще можно предложить для исследования своим подопечным. Наши ученики любят исследовать, любят, они находят проблемы, они выдвигают гипотезы, и ежегодно ученики нашего учреждения являются победителями республиканских исследовательских конференций по разным предметам и получают премии президента Республики Беларусь. Это их увлекает, это их мотивирует, поэтому для нашей школы, ну, всегда у ребят есть желание. Физика и математика, экология, филология. Тематическая палитра очередной открытой научно-практической конференции достаточно обширна. 9 секций вобрали в себя все самое интересное и разноплановое. В числе наиболее популярных направлений – иностранные языки, химия, биология, история и обществоведение. Языки – достаточно интересная тема, и, как мне кажется, для физмата тоже важно. Я, конечно же, изучаю дополнительно английский, это уже вне, скажем так, учебной программы, но если я хочу путешествовать где-то, развивать даже для себя, чтобы быть интересной людям, вот уметь поддержать разговор, очень интересно, увлекательно. Мы создали площадку, где талантливые дети могут представить свои проекты, свои исследования, выступить с докладом, обменяться мнениями со своими сверстниками с других учебных заведений, познакомиться. Это очень важно, чтобы юные исследователи могли познакомиться, могли обсудить то, что они делают, они и их руководители-педагоги. Впервые научный молодежный форум прошел еще в 2005 году. И так постепенно, расширяя формат и собирая все большую аудиторию, мероприятие превратилось в масштабную конференцию, которая увлекает и школьников, и студенческую молодежь. Всего за годы реализации проекта в нем приняли участие свыше 860 начинающих исследователей и рационализаторов. К слову, по итогам очередного мероприятия будет издан сборник, в который войдут самые интересные и актуальные доклады.